Всем привет! Хочу сегодня сделать небольшой обзорчик на сорт помидоров или томатов Король Лондон. По описанию, один из лучших крупноплодных салатных сортов для пленочных теплиц открытого грунта. Растение крупное, хорошо облиственное, высотой 1,2-1,5 метра. Плоды сердцевидные, крупные, до 300-400 грамм, очень вкусные, мясистые, сладкие, розово-малиновые. Великолепный сорт для свежего потребления салатов, приготовления соков для рыночных продаж. Ну, у меня кусты выросли высотой где-то сантиметров 70, не больше. Тут они были подвязаны, уже завалились. Ну, вот они мне примерно по пояс по высоте. Те, которые не завалились. По крупноте тоже не скажу, что у меня они получились крупные, но не говорю, что они у других не могут быть крупнее. Завязались неплохо, по крайней мере, первые кисти. Дальше следующие кисти. Так как и на других томатах я борной кислотой ничем не брызгала, поэтому пообсыпались. Вот видите, пообсыпались кисти. В основном так. Вот если взять, например, эту кисть, помидорки здесь небольшие, уже поспели, сейчас буду все снимать. Здесь вот 3 и 4, 7 штук в кисти. Здесь, ой, не видно. Как-то непонятно, где эта кисть. Ну, по-моему, 3 штуки идет. Здесь тоже 3. Отпал один. Здесь завязалось 3. Ну вот еще 2 отсохло. Так, вот тут тоже где поменьше. Тут вот 5 или 6 штук получается. Вот здесь вот такие вроде бы покрупнее 4 штучки. Так, вот здесь вот уже один красный, один зеленый, 2. Вот такие кисти. В общем, от 2 до 7 штук. 6-7 штук. Сейчас я их все оборву, потому что они уже переспевают. Но несмотря на то, что это розовый помидорчик, я смотрю, что он не трескается. Это, конечно, большой плюс. Потому что розово-плодные, они в основном все тонкокожие, тонкошкурые. И они подвержены растрескиванию при наличии дождей и обильном поливе. Вот эти самые крупные. Сейчас один уберем. Пускай второй доспевает. Нету ни одного треснутого. Это хорошо. Там мелкие такие. Совсем не то, что заявлено. Хотя я поливаю их регулярно. И подкармливаю. Может быть, первый год у них идет на акклиматизацию в наших условиях. А на второй год они уже покажут себя получше. Такие сердцевидные томатики. Немножко желтое пятно на них есть. Возможно, недостаток калия. Все, собрала самые спелые. Вот, получилось. Тут 8 кустов у меня растет в 6 лунках. По развитию куста хочу сказать, что эти кусты были самые тоненькие. Если сравнить со всеми остальными. Сейчас уже темно. Ну, темнеет, плохо видно на камере. Но другие были у меня помощнее в сравнении с этими, хотя полив и подкормки были одинаковые. Ну, сейчас смотрю, вот немножко все-таки столбцы потолстели. Но все равно у них вот и листочки такие тоненькие, вот такие дохленькие какие-то они. Ну, плоды хорошие. Я на следующий год их тоже буду садить. Сейчас попробуем на вкус. Взвесим мелкие, покрупнее, которые. Сейчас миленькие взвесим. 60 грамм, 95 грамм, вот такой вот, покрупнее которые, 160 грамм, ну вот этот самый большой, 215, 220 грамм, крупнее нету, вот еще такой побольше, 135, у меня крупных нет таких, как написано на пачке, вот так они выглядят, еще раз покажу вам поближе, сейчас пойдем разрежем какой-нибудь, попробуем на вкус. Вот такие 2 выбрала, оставила на семена. Положу, пусть еще несколько дней полежат, дозреют. Я люблю, чтобы помидорчик уже размягчился, потом уже собирать из него семена. Тогда знаешь 100%, что они уже вызрели. А вот эти 2 мы сейчас разрежем, попробуем и посмотрим, какие они внутри. Вот так они выглядят внутри. Семенные камеры небольшие. Такие мясистые, но немножко беловатые. Хотя вроде бы вот эти темные уже.
Сейчас разрежем еще вот этот напополам. Не сильно насыщенные они внутри, на камеру они даже ярче. А в реальности они даже немножко бледнее выглядят. Не знаю, как это показать. Камера немножко искажает цвет. Ну, сейчас попробую на вкус. На вкус мне нравится. Ну, я бы не сказала, что они прям сильно сладкие. Сладкие с небольшой кислинкой, такой помидорный вкус. Мне кажется, на томат идеальные. На салат тоже неплохо. Хочу их еще один год обязательно посадить. Посмотреть, как они поведут себя на второй год. Если кто-то их уже выращивал, поделитесь своими впечатлениями, какие они у вас выросли. Может, они выросли в 2-3 раза больше, чем у меня. Может быть, были слаже. Вот это только первый сбор. Там еще немного осталось. Всем спасибо за просмотры. До свидания. До встречи в следующих видео. Смотрите, у меня есть еще обзоры на другие томаты. Всем пока!